балуются. Всем привет! Хочу показать, как птички играют с травой. Залезли наверх сейчас. Только что попшикала из пульверизатора на птичек. Водичка, они маленько покупались. И водичка попала на игрушку, на их, на пружинку. Вот они с ней сейчас слизывают тоже водичку. Ловим громоздиться. Конечно, на самый краешек надо веточки. На, это ветка вишни. На ветку вишни залезла. Лайма. Вот так вот умилуются. Корм выпрашивает. Одновременно выпрашивает и гоняет. Друг друга загоняют. Светочки с этой. Там снежок ловит по клетке. Снежок пошел в домик к своим птенца кормить. Вот так распушился тогда. Ну вот как-то пока тихо. Пока в этой паре тоже ничего. Ой, какие-то у тебя самочки попадаются. Никак не хотят пару строить, яйца нести. Вот как мы обсадили инь с лаймой. Ну вот он пытается к ней поприставать. А она ни в какую его гоняет. Там его лапкой. Вот его отгоняет. Там вылетел снежок накормил.
маску, и у Лаймы нашей вырос хвост. В предыдущих видео, помните, я показывала, что неудачно ее поймала. Она как-то вывернулась, и хвост у нее был как у воробушка. Все, вырос хвостик у нее. Сейчас все хорошо. Ну вот что-то как-то гоняет она. Воину не хочет подпускать к себе. Хотя воин и так, и сяк уже перед ней. А там пищит птенец. Просит еду соседним, на соседней стороне. А сегодня еще, кстати, вот эти вот двое товарищей каким-то образом умудрились перелететь на ту сторону, там, где снежок со снежинкой и птенец. Ну, как умудрились? Они вот здесь внизу отогнули вот эту вот перегородку, и там образовалась щель, и они через нее пролетели. И пришлось ловить их обратно сюда, пересаживать. Ну, как пищит там птенец, требует еды. Твое дитё кричит там, воин. Ой, воин, снежок. Ох, как еду-то требует. Еду-то требует, как у мамы. Прям пищит, пищит. А вы чего, два товарища? Так, воин, ну всякая песня поет в войне. И кормит ее. А она нет, и все. Ну, он и кормит. А да, его гоняет. Не подпускает. Вот даже не знаю, может третью попытку делать с другой самочкой еще ему подселить. Вот, кормит ее как. Видите? Вот так вот кормит он. И выпрашивает она у него. Агирь, дай еще. Какая ты, а? Лаймочка. Вот. Вот так попугай чистится. Палочки. Веточки. Вон там у нас мама вышла на прогулку. Близко подойти не могу, потому что она сразу пойдет в домик. Вот они, новоиспеченные родители. Вот так вот он ее чистит. Носик, голову, ухаживает так снежок за Мией. А птенец в домике в это время. А Мия на стороже, раз, и в домик. Сразу к птенцу.